проиграли команде Манчестер Сити. Пару слов в прошедшем матче. Матч был сложным, особенно когда судят люди, у которых серьезное подозрение, что они нетрадиционной сексуальной ориентации, что является неприемлемым в футболе, потому что подобные люди должны заниматься совершенно другими делами и не иметь никакого отношения к полю. И не должны брать вообще свисток. Они не должны подходить к полю. Манчестер Сити, спасибо за игру. Ребята играли достойно, в принципе. И как бы у нас игра не клеилась из-за того, что судья полностью испортил. Я думаю, вот есть нарезки, посмотрите все и увидите, какого уровня судейства судят вот такие матчи прекрасные. Спасибо. Спасибо. Выиграли у команды Болтон. Пару слов в прошедшем матче. Ну что же, первое, спасибо сопернику за игру. Такая напряженная была игра моментами. Во втором тайме такой напряг был, держались. 2-1 был счет долгое время. Но все-таки наши форварды сделали свое дело, забили в нужный момент. Ну и все в порядке, слава богу. Первая победа, наконец, долгожданная. Вот, в этом сезоне. Ну не, в этой части сезона. Будем дальше стараться, двигаться дальше, убеждать. Всем спасибо. Спасибо.